Привет, уважаемые друзья, с вами Андрей Веселов. Мы сейчас находимся в Чинтабуре, в самом большом рынке драгоценных камней в Азии. Вот там чуть подальше находятся скупщики, сюда приезжают продавцы камней, скупщики сидят, кушают еду. Здесь очень много можно купить всякого разного и вкусного, и оценивают камни. Мне почему-то вспомнилось сразу три самых главных ошибки в продажах и в любых, собственно, рыночных отношениях. Первая ошибка. Если у вас продукт или что-то не продается, значит, вы не умеете продавать, плохо продаете. Вторая ошибка. Если вы умеете продавать, а продукт все равно не продается, значит, продукт плохой. И третья ошибка – это если вы продаете не тем людям или не там. Разрешите рассказать вам один анекдот из моих любимых. Два ковбоя решили сделать бизнес. Покупают дыни в Мексике, загружают машину и везут их в Канаду и продают их в Канаде. Закупка идет по $1, продажа по 2. Вот на этот 1% они и живут. Вот они одну фотку сделали, вторую, третью, а денег нет. Потому что все сжирают накладные расходы, часть товара портится, деньги уходят на бензин, на обслуживание машины, на остановку в отелях, стоянки и так далее. Хотя товар быстро, в общем-то, расходится. И вот они едут уже третью ходку, им уже не нравится эта ситуация, и они молчат, напряженно думают, и тут один другому говорит: «Джон, я знаю, почему у нас нет денег». Он говорит: «Да ладно, расскажи». Говорит: «В чем дело?» Говорит: «Ездить нужно быстрее». Вот, и очень многие пытаются действительно быстрее ездить. И вот если мы берем, например, такую ситуацию и пытаемся спроецировать на эти три ошибки в продажах, то очевидно, что эти ковбои не умеют продавать. Да, вы точно так же можете научить своих менеджеров по продажам продавать свой продукт, так и они будут больше действий совершать, но при этом продукт продаваться будет плохо, потому что вы совершаете одни и те же действия. Так вот, ускорение плохого процесса, оно не приводит к повышению эффективности продаж. Поэтому, если вы хотите продавать более эффективно и научиться действительно хорошо продавать, то нужно изучать новые методы продаж, которые еще не замызганные, которые еще не знают конкуренты, которые действительно работают, а не те, которые там уже 1000 лет используются, и профессиональные закупщики, профессиональные клиенты уже знают все эти уловки. Например, вы наверняка знакомы с такой техникой, как выбор без выбора. А вам сегодня там, или завтра, или мы встретимся завтра или послезавтра, в 3 или в 5. Так вот, профессиональные клиенты, они уже давно все эти техники знают, и если вы будете учить своих менеджеров именно таким простым банальным техникам, то нормальный клиент вам просто скажет: «Эй, что это ты мне выбор без выбора даешь? Еще раз такое сделаешь, вообще больше с тобой разговаривать не буду». Поэтому, друзья мои, если вы хотите научиться не банальным техникам продажам, то очень рекомендую посетить тренинг Дмитрия Ткаченко «Новые фишки в продажах». На нем вы узнаете именно новые способы и те, которые до сих пор работают без банальщины. Увидимся на тренинге.